Франсуа Буше, французский живописец, гравер, декоратор, родился в семье художника. С ранних лет Франсуа помогал отцу в мастерской. Первым его учителем был Франсуа Лемуан. В 17 лет Буше ушел к граверу Жану Франсуа Карса, начал зарабатывать на жизнь и обзаводиться знакомствами. В 1722-1723 годах Франсуа участвовал в создании афортов для сборника Жюльена, в котором воспроизводились в гравюре все произведения Антуана Ватто. В 1723 году Франсуа Буше получил римскую премию Королевской академии живописи и ваяния, но съездить в Рим ему удалось лишь в 1727 году. В 1733 году 30-летний Буше женился на 17-летней Мари Жан Бюзо, которую он писал как нимфу на многих своих картинах. Буше был необыкновенно разносторонним художником, иллюстратор, оформитель спектаклей, миниатюрист. Из-под его пера и кисти вышли картоны для шпалер, рисунки для фарфоровых фабрик. В 1730-1740 годах он получает заказы на росписи королевских апартаментов. Видимо, тогда же он привлек внимание фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур, для которой он тоже выполнял росписи ее покоев. Мадам стала его поклонницей. Буше писал ее портреты не один раз, с интервалом в 3-4 года. Что в них бросается в глаза? Некоторое однообразие поз и почти полное подобие лиц. Разница разве что в нарядах. Маркиза де Помпадур прожила 43 года и скончалась в 1764 году. На самом раннем портрете работы Буше ей было 29 лет, на самом позднем – 38. Но лица практически не отличаются. Естественно предположить, что это было пожелание мадам. Она упорно не хотела стареть и запретила художнику менять ее лицо. Есть еще одно подозрение. На самом первом портрете она приказала ему омолодить ее. Мало того, два портрета 1756 и 1758 годов написаны под копирку. На портрете 1758 года изменился фон, исчез подсвечник со столика, цвет платья стал синим. Кому-то понадобилась уменьшенная копия. Так она старела или нет? Ответ однозначный – да, старела. Сохранился портрет мадам Помпадур за вышивкой, написанный в 1763 году Франсуа Хубертом Дрюисом. Вполне приличный второй подбородок, припухшие глаза. На портрете действительно 40-летняя женщина. В других творениях Буше не был настолько однообразен. В них бушуют краски, буйствует природа, обнажаются и буйствуют тела. Пристрастие Франсуа к соблазнительной плоти не у всех встречало одобрение. Например, Дени Дидро, энциклопедист, философ, писатель, был весьма категоричен в характеристике творений художника. Его распутство должно пленять щеголей, легкомыслящих женщин, молодежь.
людей света, то есть всех тех, кому чужды истинный вкус, правдивость. Прошло более 200 лет. Мало кто знает, кто такой Дени Дидро. Еще меньше людей знакомо с его сочинениями. А картины Буше радуют глаз красками, красотой природы и женского тела. Что же касается мадам Помпадур, Буше оставил нам портреты фаворитки французского короля с неувядающей прелестью кукольного личика.